Знаешь, когда я была маленькая, я играла на пианино. Я уже могла сочинять какие-то очень смешные маленькие композиции. И я всегда представляла, что я играю на большой сцене. Мое воображение помогало мне сочинять. Мне так нравится путешествовать. Особенно, когда ты едешь на поезде и смотришь в окно, смотришь, как объекты быстро двигаются, и ты мечтаешь о своем будущем, или ты думаешь о своем прошлом. Но обязательно нужно побыть одному. Это так важно — услышать себя, свое сердце. Мне кажется, такая музыка, она идеально подходит для такого состояния. Каждая мелодия — это отдельная история. Я люблю наблюдать за людьми, за животными. И все это я стараюсь запечатлеть в своей музыке, пока это не улетело, пока это со мной, вот это состояние. И эта идея возникла буквально недавно. Делиться такой простой, незамысловатой музыкой, которая помогает людям жить.